Заканчивается чемпионат России по мотоболу. По набранным очкам еще за несколько игр до окончания турнира стало понятно, что команда «Металлург» находится в зоне недосягаемости для остальных российских клубов и прочно занимает среди них первое место. И несмотря на то, что сегодняшний матч не мог изменить положение турнирной таблицы, видновские спортсмены настроились на игру очень серьезно. Мы всегда готовимся на каждую игру, потому что мы на тренировках отрабатываем много новых элементов и пытаемся в игре их реализовать. Для этого как бы на каждую игру выезжаем как с самого начала сезона. Команда «Агрокомплекс» не самое слабое звено. В российском мотобольном чемпионате она занимает 4-е место. В первом периоде против них выехал играть основной состав «Металлурга», который при красивой игре в пас закончил период со счетом 4-0. По 2 мяча забили Иван Криштопа и капитан команды Владимир Сосницкий. Лишь 2 игры назад он вернулся на поле, восстановившись после большой травмы на чемпионате Европы. Травма тяжелая была, но как постарался своими усилиями, тренировался после травмы, восстанавливался. Ну, я думаю, уже влился в команду, вошел в свой уровень. Все было справедливо в первом периоде. Первый состав показал хорошую игру, все играли дружно, красивые голы. Затем на поле свое мастерство показала молодежная четверка видновчан. Ребята второго состава выиграли свой период со счетом 5-0, опередив стартовых игроков на 1 мяч. Все равно первый состав сильнее. Мы пока на них только смотрим, любуемся ими и берем все, что, берем все, что у них получается, берем себе. В последнем периоде команда гостей устала настолько, что вышедшие на обкатку юноши «Металлурга» тоже отметились забитыми голами. Завершили матч игроки «Основы». Они довели счет игры до двузначного числа – 14-1. Все официальные игры мотобольного сезона завершены. Клуб «Металлург» в 29-й раз стал чемпионом России. Но болельщики еще не прощаются с мотоболом. Нас ожидает традиционный турнир ко дню города. Этот турнир пройдет с 9 по 12 число. Сборная команды Краснодарского края, сборная Ставропольского края, сборная Белоруссии все усилились с командой и против «Металлурга». Вот должна быть очень интересный турнир, поэтому приходите, будем вас ждать. Будем только рады, потому что играем в конечном итоге для зрителей. С 9 по 12 сентября нас ждет незабываемый праздник мотобола. Приходите на стадион «Металлург» поддержать нашу любимую команду. Елена Бабина, Павел Игнатьев, Елена Кошелева, Видное ТВ.